Всем здравствуйте! Сейчас конец декабря, осталась неделя до Нового года. У нас снега нет, очень тепло, такая зима теплая. Один раз выпал снежок, но он очень быстро растаял. И сейчас где-то плюс 4 градуса тепла с утра. Ночью бывает маленький минус, но в основном тоже плюсовая температура, идет дождь. Смотрите, какой у меня зеленый газон в декабре. Мне кажется, уже давно такого не было. Траву под зиму мы не стригли коротко. И вот такой вот он сейчас куртинами, зеленый, практически как летом. Кирпичи у меня абсолютно не примерзшие. Так что можно спокойно сейчас посмотреть. Внутри у нас вот такая вот обстановка. Розам хорошо, у некоторых проснулись почки, некоторые еще спят, все зеленые, никаких плесеней пока что я не вижу. Земля внутри абсолютно не промерзшая. Открывать и заглядывать не нужно внутрь, потому что там внутри нарушается микроклимат. И у многих появились вопросы, что же нужно делать. Может быть, при такой погоде лучше съездить на дачу, там все открыть, чтобы розы проветрить. Знаете, не нужно этого делать. Если у нас вот такие вот стандартные укрытия, то есть без пленки, один лутросил, то проветривать не стоит. Если у вас укрытие не засыпано снегом, то воздух, он должен сам внутрь проходить, и все у них там должно быть хорошо. Если у вас на участке есть какой-то снег, пускай его даже немного, то набрасывать на укрытие его тоже не стоит. Потому что при потеплении он скоро превратится в мокрый, примерзнет к нашему лутросилу и образуется панцирь наверху. Тогда точно внутри дышать розам будет нечем, поэтому не нужно ничего набрасывать, все оставляем как есть. Смотрите, у нас были очень сильные ветра, и вот они электроды, которыми я крепила грывной материал, вы видите, они немножечко его прорывают, поэтому как бы дополнительно все равно я фиксирую все кирпичами, потому что материал он очень легко рвется, особенно если ветер у вас на участке сильный, то нужно что-то придумывать посерьезнее. Здесь тоже могу вам показать, что происходит внутри. Земля тоже не промерзшая, вовсю растет трава уже в укрытии. Хотя на момент, когда я накидывала лутросил, ставила дуги, травы, естественно, не было. Я все это убирала, все было чисто. Ну, видите, как там тепло. Но видно, что розочкам пока все комфортно. А самое главное, чтобы температура воздуха очень резко сразу не опустилась без снега. Конечно, желательно, чтобы снежок хоть немножечко выпал, чтобы сравнивать температуру ночные и дневные. То, что сейчас нет снега, это не страшно абсолютно, потому что нет пока сильных морозов. Я думаю, что к тому времени, как начнутся морозы, хоть немножечко снега выпадет, и розочкам будет внутри укрытий комфортно.